Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео решил показать то, что вот запланировал. Вот у меня вот есть вот такой, скажем, компот. Это яблоки, настоянные на 50-градусном самогоне. И сейчас вот хочу сделать, чтобы это было беленькое, ну, с ароматом яблок. Для этого я приобрел два разных сорта яблок. Зелененькое, красненькое. Урожай свежий, якобы, в магазине «Магнит». И с помощью двух импровизированных вот таких вот джин-корзин, одну из них делали в одном из видео, ссылочка будет сверху, постараемся это все перегнать и что получится, попробовать. Итак, сейчас нам надо компот этот перелить, развести водичкой. Баночки. Ну, ставим на плиту и вперед. Но у меня начался отбор тела. Запах, я вам скажу, шикарнейший. Отобрал головы. Пахло обалденно. Ну, весь процесс снимать не буду, продолжим чуточку попозже. Ну вот, мой дистиллят готов, получилось 1,5 литра 60-градусного. Пока приготавливал данный делал перегон, в голову пришла мысль добавить данный дистиллят. Запах обалденный, дубовые щипы, чего я сейчас, наверное, и сделаю, и уберу отдыхать на недельку, настаиваться, потом отдых, а потом. Итак, дегустат. Уважаемые подписчики, прошло более 2 недель. За это время на дубовой щепе наш яблочный эксперимент настоялся. Я его фильтровал. Настаивался, ну, порядком дней 10. Потом отдыхал. Отфильтровывался. И сейчас приступим непосредственно к дегустации. Ну, вот эта имитация кальвадоса значительно отличается от предыдущей. Запах приятный. Попробуем на вкус. Ваше здоровье.
Ну что сказать? Вкусно. Чувствуется дуб. Стояла на чипсах, на дубовых. Да. Классно. Послевкусие такое, ну именно чувствовал, как из бочки. Конечно, не бочка, но имеет место жить. Рекомендую данную настоечку. Офигенно. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал «Самогонщик с Урала». Заходите на мою группу ВКонтакте. Там отвечу на все ваши вопросы. Пишите. Буду очень рад. Спасибо, до свидания.